Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Xeon от производителя Новодворский. Это коллекция светильников с поворотными лампами. Состоит она из 4 моделей. Есть вот такая на 4 лампы, еще на 3 и на 2 лампы на узкой планке и бра на 1 лампу. Основание изготовлено из дерева. Цвет его темно-коричневый, называется он как венге. Эти части возле плафонов, они тоже из такого же дерева. Плафоны из прозрачного стекла. Это квадрат с закругленными углами. Размеры его будут 7 сантиметров на 7. Они поворотные, поэтому можно будет их направлять в любую сторону. Патроны здесь Е14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочек в комплекте не будет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, которые выдают около 50 Вт каждая. Можем ее включить. Плафоны прозрачные, поэтому свет рассеивается в полном объеме. Если опираться на ее мощность и возможность освещать, то она могла бы подойти для комнаты площадью 15 квадратных метров. Но учитывая, что она маленькая, то по своим размерам она просто не будет соответствовать такой площади. Поэтому я рекомендую использовать в комнате площадью порядка 10 квадратных метров. Крепится она плотно этой частью к потолку. Отступает от потолка она всего лишь на 16 сантиметров. И делается это с помощью монтажной планки. Вот она. Длина ее будет 5,5 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.